Всем привет! Мы на очередном объекте, находится он в Ленинградской области, вблизи поселка Сертолово. Коттеджный поселок называется Заозерный. Вот. На этом объекте мы имеем радиусную крышу с небольшим радиусом, с таким, что нам не пришлось брать в аренду станок, называется РБМ, вот, который делает радиусные картины. Здесь, на таком радиусе, у нас картины сами ложатся и вообще без каких-либо проблем. Вот. Объект порядка, дом, ну, судя по проекту, 370 квадратов. Вот, здесь еще будет гараж на 200 квадратов и баня на 200 квадратов. Ну, ориентировочно где-то в комплексе будет 800 квадратов. Так что... Я не знаю, и сейчас его поднимусь, посмотрю, на каком этапе все находится. Вот, но здесь вроде ребята уже пошли с той стороны и уже начали обходить трубу. Вот, а сейчас поднимусь, узнаю, когда они будут делать последнюю трубу, допустим, и постараюсь приехать и снять полностью обход трубы. Вот. Что еще хочу сказать? Скажу такой анонс, скажу, что... Сняли мы с Владимиром Шестером видео, вот, ответили на ваши все комментарии в этом видео и сказали про книги. Ролик примерно получился полтора часа. Вот, поэтому, скорее всего, он будет разделен на две части, где первая часть, где Владимир отвечает на ваши вопросы, вот, и вторая часть уже более связана с книгами. Вот, и что могу сказать? Пойдемте, сейчас поднимемся на крышу. Я еще не был там. То есть я был здесь на этапе, когда делалась обрешетка. И вот сейчас приехал сюда, привез саморезы. Вот, и сейчас пойду уже смотреть, чем ребята занимаются, какие у них планы, что-то посоветовать и, как сказать, проконтролировать весь процесс. Вот. Ну и понять, что, какие дальше этапы планируются. Как-то так. Сейчас пойдем сразу к Сергеевичу, к нашему любителю побубнеть. Он же улыбается. Так. Сейчас мы спросим, что он делает. Сергеич, ну расскажи людям, что ты делаешь? Железку. Железку он делает. А, я знаю, это вторая картина, примыкающая к трубе. Музыка какая-то играет. Надо подальше от него отойти, а то еще скажут, авторское право, начнут там что-нибудь такое. Забрались наверх. Поздоровайтесь с пацанами. Алексей не здоровается. Он, как всегда, сейчас скажет: опять пришел снимать. Да, сниможем, да, уже. На ТНТ работаем. Вот достаточный желоб. Аквасистем. Так, две трубы. А где третья труба? С той стороны. Ага. Так. Надо же подняться наверх как-то, да? Аккуратно. Опаньки. Забрались. Осень. Листья. Металл коричневый, РР-32 Уралмат, это сталь. Так, здесь картина пропустилась, здесь будет картина с двумя замками, получается, соединяться, когда труба уже полностью обойдется фартуком, и картина уже завершающая будет вставляться. Здесь также. Да, Алексей? Правильно я говорю? Не знаю, что ты. Ну, я говорю, что та картина будет... закрывать сразу. То есть сначала сделается обход трубы, и потом уже финишка поставится с двумя большими фальцами. Так, давайте спросим. Алексей, когда будешь делать эту трубу? Прямо по времени. Сегодня воскресенье. Завтра, послезавтра. Послезавтра? Где-то так. Блин, завтра. Завтра меня здесь точно не будет. В понедельник я приеду только вечером.
Мы можем не торопиться. Не торопитесь. Тебе вот подписчики скажут, блин, Алексей, короче, блин, не торопитесь, пожалуйста. Пускай Санька все снимет на камеру. Ну вот видите, если во вторник будет Алексей делать, значит мы во вторник приедем на целый день снимать обход трубы. Кстати, здесь, о, здесь то же самое будет, да? Опаньки, с задней разоклонкой. Короче, труба со всеми сложностями будет. И прелестями. Понятненько, это будет интересно снять. Здесь то же самое будет. Здесь несколько узлов получается. Карнизный свес, труба, переход с одного ската в другой скат. Вот. Думаю, будет интересно. Интересный такой контентик. Так, по объекту. Разделительный слой. Дельта Фокс плюс. То есть Дельта Фокс плюс, потому что здесь есть вот у них проклейка. Что-то плохо они тут заклеили. О, Сашка пришел, все поправил. На самом деле это ерунда. А вот, скажем так, на данный момент из всех мембран, которые... Да я уже это говорил. Короче, Дельта Фокс рулит. Дорогая, но нам нравится. Вот, значит, разделительный слой Дельта плюс. Ну, вот еще бы, конечно, хотелось бы там с Баудером поработать побольше. Он на битумной основе. Ну, это на каких-нибудь других объектах. А вот, дальше. У нас применяются клемера. Ну, обычные эти, глухие клемера. Ай, накидали коробку. Да, пустая коробочка и плавающий клемер. Вот такой вот. Меня просили в комментариях рассказать про установку клемеров подвижных и неподвижных. Кстати, производитель клемеров наш отечественный. А что, нет? А, вон этикетка. Если кому интересно. Вот. Где производитель? Производитель остался инкогнито. Вот, блин, а. Ну, этот. Я, если найду в описании магазин этих клемеров в Москве. Ну, в Питере, видите, в Питере у нас все проще. У нас Тиан Групп, поставщик, это он все привозит. Поэтому нам проще. Что у нас еще используется? А, ну, клемера. Клемера на данной крыше у нас идет здесь полностью глухие клемера. И от перелома получается до следующего плавающего 3. Ну, то есть где-то примерно метр глухих тоже стоит, и остальные уже все вниз идут плавающие. Вот почему это сделано. Когда металл нагревается, металл стремится попасть, ну, пойти на расширение линейное вниз. Вот. Поэтому вверх он не пойдет. Здесь получается мертвая зона. И дальше уже на длину. Длина сколько? 8,90, да, картины? 9,90 картина. А, вот. И получается, умножайте на коэффициент температурного линейного расширения стали 1,2 мм на погонный метр. Вот. И у нас получается, что до отсюда примерно... сколько здесь? Ну, метра 4, наверное. Остается 6 метров. 6 метров умножить на 1,2. Это у нас 7,2 мм. Расширение будет при сильном нагреве. То есть это у нас картины пойдут вниз, получается. Вот. Клемера крепится примерно через 40 сантиметров. Рулетка есть, нету? Здесь. Есть. Сейчас посмотрим. Сейчас проверим. Рулетка Green Code. Кстати, лучшая рулетка, которая попадалась. Халява. Тянг вот подарил тоже. 44 по центрам. Ну, 40-45, короче, вот так вот. Клемера стоят. Вот. Что еще рассказать? А, расскажу вот про вот этот тоже. Ленту. Delta Flex Band. Им очень хорошо заклеивать. Вот эти вот углы, он тянется. Вот. И угол хорошо заклеиванный. Здесь он получше. Ну, если верхний стоит, что ли, начал отходить. Они ничего не стали отходить. Вот здесь что-то какая-то дырочка. Вот. Ну, здесь главное, все проклеено хорошо.
Вот, этим заклеивается, очень тянется хорошо. Ну вот, и лучший скотч тоже, который встречался, это Дельта Мультибанд. Соединение, нахлёсты, тоже все проклеивать. Хорошая лента, лучше еще пока ничего не встречали. Так, что вам еще показать здесь? Пока нечего. Здесь вот сделан короб. Такой. Будут картинами тоже обшиваться. А здесь будет переход с того ската. Здесь сделать. Алексей, а по краям как приходит? Тоже картина, да? Целая? 50? На края? Симметрия? 50 сантиметров. Видите, как я угадал? Опыт не пропьешь. Обрешетка. Хорошая подготовка. Правда, все медленно. Вот. Здесь будет вентилируемый конек. Это не видно. Вот я тоже сниму, покажу. Как все делается. Так, сегодня суббота. Суббота. В воскресенье приеду. Ой, в воскресенье, во вторник приеду. Алексей нам покажет мастер-класс. Да? Алексей? Что-то покажешь. Что-то покажешь? Это хорошо. Ну вот, как-то так. Что там? Ну тут скат еще не готов. Здесь лежит мембрана. Сейчас делается контрабрус по радиусу. Вот. Плотник сейчас доделает тот скат, доделает этот скат. И уже пойдет здесь набирать обрешетку. Вот. А здесь контрабрус же получается продав сколько? Сотка, да? Вот это первый 50 идет, сотка. Вот, и еще на него потом еще один брус. То есть здесь продух, получается, в системе будет 100. Вот, а что еще? Под контрабрусом есть лента. Она тоже дельтовская. Такая тоже тянется, все он. Если ее потянуть, видите, она тянется. То есть, получается, есть шау-бенд. Есть другие тоже там всякие ленты подкладочные под... контрабрус. Кнауф там. Белый всякий, не знаю, их название какое. Потом дельтовская шаубенд. Это такая синенькая или голубенькая. Вот. И одно из самых лучших, это вот эта вот, конечно. Она полностью закупоривает все отверстия, сделанные креплением контрабруска самореза. Вот. И дождь здесь уже был несколько раз. В том числе очень такой проливной. Все держит хорошо. Ничего не текет, ни капельки. Вот. Что у меня там еще просили? Что вы еще просили? Что-то с ничего просили. Ну, я здесь буду. Во вторник точно. Уже запланировал. Будем снимать обход трубы. Вот. Этот ролик выйдет, наверное, в понедельник. Во вторник я буду, получается, снимать здесь. Вот. Подписывайтесь, кстати, на мой инстаграм. Там есть промежуточные видео, которые я здесь вот, ну, на объекты снимаю, выкладываю, но в YouTube они не идут. Ссылку оставлю в описании на свой. То есть есть основной Фальцмастер канал на инстаграме, есть личный мой. Вот. Там я не только крышу, там есть другие всякие вещи выкладываю, но там появляются видео, которых нету на YouTube. Вот. Ну все. Как-то так. Давайте. Всем приятного просмотра. Смотрите, они издеваются. Издеваются. Так и работаем. Все. Всем до встречи.